Взмах кисти, и на полотне появляются четкие линии будущего рисунка. В одно мгновение полет фантазии переносится на бумагу. Татьяна Рытова отдала свое сердце художественному творчеству с детства. 5 лет она занимается в Полянской школе искусств. В будущем мечтает стать дизайнером. Для того, чтобы достичь своей цели, Татьяна по 6 часов в неделю сидит за мольбертом. Рисует гуашью, акварелью, но особенно ей нравятся масляные краски. Любимый цвет – светло-розовый и нежно-голубой, как весеннее небо. Сейчас девушка учится разным техникам и стилям, хотя уже определилась со своими предпочтениями. Лучше всего у меня получается декоративный натюрморт. Вот он. Потому что, мне кажется, в таком стиле картины получаются необычные и красивые. Педагог Татьяны Анна Николаева работает в Полянской школе искусств 11 лет. Она преподает юным художникам разные техники. Декоративный стиль, живописный, академический, графику, роспись и лепку. Самому мастеру близок академический стиль с его передачей света теней и сложным светом. Отвечая на вопрос, какие ее ученики, тепло улыбается. Хорошие, очень послушные. Я вообще им благодарна, то, что они, как говорится, стараются в нашей жизни. Такая у них загруженная в школе, и они приходят сюда, то есть сами, добровольно, и трудятся. Сама Анна приехала в Рязань из Мурманской области. Живет здесь уже 11 лет. В свободное время любит стричь и водить машину. Главное, говорит, чтобы рядом были хорошие люди. Это одна из тех вещей, которые покорили ее в Рязани. Культура, в первую очередь, красота, вот эта вот старинность, вот эта вот история края. Ну и сама доброта людей. Все дружно, друг другу помогаем. Почти 350 учеников приходят сюда ежедневно, чтобы постигать азы музыкального, художественного, хореографического и общеэстетического искусства. По словам директора Тамары Купцовой, в современном мире дополнительное образование просто необходимо. Дополнительное образование – это и культура, это и спорт, это и техника, и так далее, и так далее. То есть каждый должен найти свое и выбрать направление. И поэтому в 21 веке вот такие высококвалифицированные кадры, интеллектуалы, они, конечно же, будут востребованы. Ульяны Модиной дочь ходит в коллектив «Мультифрути» уже 3 года. По словам женщины, девочка здесь просто раскрылась. Легче уже общается и с детьми. Они поют и танцуют, и мюзиклы ставят. Очень такое разностороннее у них развитие идет в этом коллективе. Творческую атмосферу, царящую в каждом уголке школы искусств, поддерживают 2 попугая-неразлучника, которые подбадривают всех своим пением в холле. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».